что мы никогда не забудили, не никогда не забыли, что мы евреи. Но евреи это не поставить маген Давид. Евреи это жить. Я готов умирать за маген Давид, мой Рофат. Но если я смогу жить с маген Давид, я хочу до 120 жить. Потому что без Тора не стоит жить. А Рав Галинский, его хотели поставить в тюрьме. И поставили немало раз. Но один раз, один человек, что был богатый, сказал, вытащите его от тюрьмы. Пошлите его куда-то. Его послали, вы знаете куда, в Сибирь. А где минус 40, минус 50. Он был голодный, нищий, бедный. Рав Галинский, кодеш кодешим. Он заходит в одно место, возьмите мне работать у вас. Только чтобы купить что-то кушать. Вакаша, пожалуйста, умоляю. Не хочу хас шалом, хочу только работать им кавод. Как наши родители. Они работали, не полдень работали. Но домой кушать принесли. Чистая еда. Не грязная. Не хас шалом, что он украл от кого-то, воровал от кого-то. Сделал что-то некошерное. Я хочу кошерная еда принести. Есть такие, зарабатывают 50 тысяч. Еще в долги еще 20 тысяч остаются. Есть такие, зарабатывают 5 тысяч. И сдачи 20 остается 20. Но это чистые деньги. Я хочу такие чистые деньги выиграть. И Рав Галинский заходит в одно место, что там рыба, там готовит рыбы, там все, там соломон, там туна, хорошая рыба. Я хочу тут работать, могу? Да, пожалуйста, но тут работают 7 дней. Тут нету это шаббат, шмаббат. Тут 7 дней, если ты хочешь, это какой-то день, это йом решен, это воскресенье, тебе там несколько часов будет вам. Он говорит, беседа. Рав Галинский говорит, беседа. Рассказано, что Рав Галинский взял картон и поставил внутри в жакете, внутри в туфли, внутри так опухшим стал, потому что холод был, вещи не было у него. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, дрожит, работает, картоны, туфли, так вес, вода, лед. В четверг вечером выходит от работы. Ходит там на гора, так стоит, снимает все, с майка, брюки, без носки. Стоит и говорит, Бог, я тебя люблю. Спасибо, что ты в мире есть, я без тебя не жил бы. Утром встал, 41 температура, вес дрожит. Пришел на работу, говорит ему его босс. Кто больной, не работает, больный, дома лежат. Он говорит, как скажешь? Он говорит, скажешь? Домой. Когда будешь здоровый, приди работать. Мне половина человек тут не надо. Мне надо человек, что у него сила. У тебя сейчас нету ее. Домой. Кшт. Рав Галинский ходит домой, плачет, улыбается. Говорит, Бог, спасибо, что я шаббат смогу держать. Я готов быть больной для тебя, Всевышний. Я готов быть больной, дрожать с температура. Но хас ве шалом, что твоя шаббат. Хас ве шалом, не он, хас ве шалом.